Большое видится на расстоянии. Процессы, происходящие на земной поверхности, не исключение. Наблюдение земной поверхности или, по-другому, дистанционное зондирование Земли позволяет в глобальном масштабе видеть и отслеживать процессы и явления, которые не всегда доступны для земного наблюдателя. Другими словами, некоторую информацию возможно получить только из космоса. Особенно это важно, если речь идет о катастрофических явлениях природного или техногенного характера. Автоматические аппараты дистанционного зондирования Земли дают качественную и достоверную информацию. Но только человек способен к абстрактному мышлению, анализу и творческому подходу к оценке информации. В рамках эксперимента «Сценарий» отрабатываются методы оценки возникновения и развития катастрофических и потенциально опасных явлений в атмосфере, на земной и водной поверхности Земли. Также разрабатывается предложение по использованию отработанных методов в практических целях. Наблюдение и съемка подстилающей поверхности в различных спектральных диапазонах позволяет на ранних этапах обнаружить признаки схода ледников, прогнозировать динамику распространения лесных пожаров, а также отслеживать другие потенциально опасные явления, в том числе антропогенного характера. Для выполнения эксперимента «Сценарий» используется научная аппаратура СКПФ-УМ – система координатной привязки фотоснимков с использованием ультразвуковых датчиков, многомодульная. При помощи СКПФ-УМ определяется положение фотоаппарата при съемке, а значит, имеется возможность автоматизировать географическую привязку многих и многих тысяч снимков. Кроме этого, так как используемая программа Sigma на персональном компьютере в реальном времени определяет положение МКС и направление оси объектива каждого фотоаппарата, становится возможным управление действиями космонавтов при наведении на выбранную цель на Земле с помощью голосовых команд от лэптопа, так и с помощью совмещения меток объектива и цели на экране лэптопа или на специальном экране, установленном непосредственно на каждом фотоаппарате. На сегодняшний день проведение эксперимента «Сценарий» является одной из важнейших задач научной программы, выполняемой на станции, и обеспечивает решение сложной проблемы изучения катастрофических и потенциально опасных явлений в части оценки их развития. Научиться видеть, анализировать, оценивать предвестники грядущей катастрофы и вовремя сообщать об этом – задача данного эксперимента –